Одна из главных задач руководства города – создать условия для комфортного проживания всего населения. На это нацелена специальная программа развития Алматы до 2020 года, одним из основных приоритетов которой является забота о каждом горожанине. Сегодня надо не квадратные метры продавать, а инфраструктуру. То есть человек выбирает инфраструктуру. Квартира, есть ли там транспорт, где рядом магазин, детский сад, школа. То есть важно сегодня не только квартира, а вокруг что имеется. И вот ваш дом, он в этом смысле уникально расположен. Да. В центре, теперь рядом можно с детьми выйти, возле фонтана посидеть. Красота. Территорию в 3000 квадратных метров обновили в кратчайшие сроки. Установили два фонтана. Здесь расположилось большое количество скамеек и цветочных клумб. Сегодня это еще одно красивое место в городе, которое, безусловно, станет любимым для многих алматинцев. Мы хотели поблагодарить еще раз руководство города за оперативность. Напомним, ранним утром 10 мая в кафе произошло возгорание. Пламя перенеслось на супермаркет и многоэтажный жилой дом, к которому было пристроено заведение. На сегодняшний день 26 квартир, которые были охвачены огнем, полностью отремонтированы. На восстановительные работы и благоустройство территории ушло 185 миллионов тенге. Это средства предпринимателей. Нокимат поставил задачу сделать в современном виде, согласно мировых тенденций. Поэтому мы вот следовали, придерживались этой концепции. Есть такой архитектор Ян Гейл. Поэтому, вот, следуя его традициям, сделали все. Всем очень нравится, особенно жильцам дома. Мадина Исюмбаева, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».